Мы приехали из Наро-Фоминска, это Подмосковье. Могу сказать, что за 9 лет очень все изменилось. Отель стал лучше, краше. Бассейн впечатляет по сравнению с 9 лет, когда я была. Бассейн стал чище, лучше. Территория стала лучше. Ужин замечательный вчера был. Очень интересно, что ужин стал тематический. То есть каждый день то украинская кухня, то русская кухня, то европейская кухня. Как бы это плюс. Завтрак тоже был разнообразный. Очень много фруктов, виноград очень сладкий. У нас вид выходит на Массандровский парк. Вид красивый, потому что сейчас осень, золотая. Золотая осень, пока нет дождей, поэтому любуемся красотой природы, желтыми, зелеными, оранжевыми, красными листочками.